Всем привет, с вами Xnavity, и сегодня мы открываем кейсы в CSGO. Сегодня со мной Глебушка. Здрасте. Ну что ж, Глебушка, да поможет нам кейп, и выбирай первый ключ. Поможет. Ну давай, так, у тебя сколько всего получается? 10, да? Да, 10 штучек сегодня откроем. Для первого раза это, думаю, достаточно. Ну давай, пятый, я сегодня 3 пятерки получу. Раз, два, три, четыре, пять. Открыть. Пятый. Ой, четвертый нажал. Раз, два, три, четыре, все. Ох. Я думаю, тебе выпадет синева. Удачно. А, я думаю, мне ничего не выпадет. О, да. Ну, это хотя бы броню, ну ладно. Это то, о чем я мечтал. А об этом мечтают все, чувак. Да, боец. Так, давай откроем 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и шестой. Так, что-то я туплю. Вон, конечно. Раз, два, три, конечно. Четыре, пять. Блять. Ладно, хрен с ним. Открываем. Да. Ну уже. Ну, о, хотя да. бы так. Самое то вообще. Заводское, что ли? Не знаю, еще посмотрим. Много понуш, наверное. После полевых испытаний. Ну ладно, нормально. Так, хрен с ним, подкрываем как есть. Мне кажется, я даже фиолетового не выпью. Да я понимаю, хотя бы эко. Нет, потом... я хочу обезьянье дело. Потом в контракт запихнешь, че. На нож я даже не надеюсь. Да, кто на него. Это надеется? Хрень такая. Хотя в глубине души я думаю, блядь, хочу нож. О, блядь, какое говно! Закаленный. Какое ж говно! Говнище из говнища. Ой, Ромка. Так. О, великий Гейб. Подари мне хотя бы эту конченую М-ку. Скоростной зверь. Она мне выпадала, кстати. Когда? Да я когда-то кейски решил подкрывать. Ой-е-е. Что ты хочешь? Да ты хочешь дробовик. Оригами. Какой нахуенный. Аж шишечка встала. А ты это мясо не хочешь? Нет, не хочу. Так, использовать. Используй его. Полностью. О, господи, он еще хуже. Все, полевой. Но это как-то лучше выглядит. У него тут на этой ничего такого нету. Полевых по-разному. Ну посмотри, как он как новенький. Да, как новая баночка Mount ID. Так, 5 ключей у нас вроде осталось. Загадочная пятерка. Выбрать предмет? Что? Ты клацнул на ножик. 3 раза. Не, давай 6 раз. 4. 5. 6. Потыкаем его. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давай! Хотя бы вот это. 1, 2, 3. Да ничего ты не выбрать годного. Да пошел ты в пизде. Сейчас синеваю. Да, броня. Броня! То, что мне и надо. Заводской, что ли? Да хрен его знает. Поношенный. Фу. А, немного поношенный даже. А, немного? Пудика сначала было написано поношенный, что за броня. А, это видишь, поношенный. А, у нас калаш поношенный. Ясно. Ах. Фантастическая четверка. Я хочу обезьяне дело. Мне насрать на М. Я хочу себе валент, то есть по 250 валент, то есть вот этот вот. Ну. Вот самое то. Хотеть не вредно. Открываем. Я закрываю. О, так что я пролетел! Я закрыл глаза, я не вижу, что не выпадет, не выпадет. Тебе выпал нож. Фак! Мать его, это жар, это жар. Йо, классно, если честно. Ключа осталось. Сколько ты просрал? 1700. 1600. 1700. Ты бы на эти деньги мог бы себе спокойно купить этого скоростного зверя. Я нож хотел. Зачем тебе бог червей? Зачем тебе броня? Давай мы тебе дигл подарим. Конченый дигл, на который насрали 3 раза. Лично все делал. Так, я отворачиваюсь, все.
А, блядь, кто же нажмёт? А класс ты кто будет? Я что ли? Так, я отвернулся. Я чувствую, что это хреново. Полтос. Спасибо, ребята, спасибо, спасибо. Большое спасибо, Гиб, что ты за этот жар себе засунул. Все, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь. Да? Последний, мать его, кейс. Так. Так, мы так. Вот так... Торговые площадки. Это как контейнер? Не, вот так вот сделаем так. Нет. Как контейнер? Не. Я знаю, сука. Ты третий раз просрал. Смотрите, четвертый, пятый. И на шестой такой хрест, хрест. На шестой нож, нож. Отворачиваюсь! Ну ладно. Говно все равно вот это ничего. Оригами, мать его! Это сука, оригами! Мать его, оригами! Купи сейчас на ТП одну синевую и запихни себе это в контроль. А, две синевые, извиняюсь. О, господи, ну давай. Запихни себе это в контроль. Так, мы докупили две валентности. Красавец. Ах, использует контракт обмена. А какой-то калаш хотел взять себе. Зачем он тебе? Обмен. Зарисуй, зарисуй, зарисуй. Зарисуй. Ладно, хорошо, день. Зарисую. Давай. Чтобы удача была на твоей стороне. Какая там удача, там, блин. Нищебродский какой-то контракт обмена. Сейчас тебе стопудов жар выпадет, вот я прям пангую, знаешь. Га-но. Стрелочка. О-о. А, ясно. Это типа... дерево, а это кусты. А чё ты подумал? Это кусты! А тут где-то зайчик бегает. Вот так сейчас зайчика нарисую, подожди. Вот его, короче, это тельце. Вот его хвостик. Вот его этот. Вот одно ушко, вот другое ушко. Вот ножки. Это выглядит как собака-мутант. Ну извините, так вот, вот так вот. Я... Он делает свое дело, там все. Короче, это я не умею я, рисовать. Я у мамы пятерочки по УБЖ. Изо. Там-та-дам, 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 та-дам, там-та-дам, там, там-там. Тут-тут, тут-тут-тут-тут-тут, тут-тут. Сколько нам дали? Пост. После полевых испытаний. Красавец. То есть мы пипец в каком минусе. Всем... О, подожди, она как прямо с завода, позырь. Минус 1500 рублей ровно. Посмотри, она как прямо с завода. Да вообще. Просто сосочка. Слушай, она обалденная, посмотри, она как прямо с завода. Подожди, может глючит, я не пойму. Глючит. Это уже ты глючишь, походу. После полевых испытаний, я не пойму. Чувак. У нее дефектов нету. Посмотри, у меня в инвентаре красная линия после полевых испытаний. Ох, статрек. Немного поношен. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Xnavity и Глебушка. Всем пока-пока. Сука, ты долго будешь молчать, а? Пока. Все, всем пока еще раз. Еще раз. Что-то все. Так просто сдаться я не могу. Мне нужно открыть еще два кейса. Последний, сука, кейс! Последние деньги! Ладно, хрен с ним. 12 кейсов. Я отвернусь, я отвернусь, я отвернусь! За что я ненавижу Хрома 2, что из него никогда что-то ничего годного не выпадает. А, действительно. Опять! Твою мать! Он еще хуже. Он закаленный. Он еще хуже. Да в жопу, давай вот так вот откроем, блять, все в жопу. Еще что-то красное, блять. Я ненавижу тебя, как... Опять этот оригами, блять, я ненавижу тебя, падла. Два красных за все видео пролетело. Два, мать его, красных. И ни одного ножа. Потрачено два косаря вроде, да? Примерно, да, да. Больше двух, два, сто где-то так вот. Мог примерно замутить себе нож.
Я мог, блядь, добавить денег, купить себе нож. Хоть и конченый, но нож. Нет, я дебил, мне надо открыть кейс. Ай да, что-то выпадет. Еще раз всем спасибо за просмотр. На этом я не остановлюсь, конечно. Сейчас бонусом еще. Ладно, вот точно теперь всем пока-пока до следующих кейсов. Покеда. Сука, оригами! Ненавижу оригами.